Всем привет, с вами Нильф Горн, и сегодня подведем итоги конкурса на игру Terra Tech Deluxe Edition, издание, в которое входит R&D Pack. Но, конечно, как всегда, не прикапывайся, пожалуйста, к моему английскому, у меня его практически нету. И будет все приведено очень просто, мы введем числа в random.org, и выведенное число выиграет. Разыграем две игры. В мобильном ВКонтакте мы уже находимся, 54 человека поделилось. Я даже не буду проверять, подписаны ли они на мой канал, хотел сказать, в моей группе. Надеюсь, что все подписаны, все честные, надеюсь, так что доверяю я вам. Вас немного, думаю, так что здесь несложно было это сделать. 54 человека, что дает большой шанс, наверное, всем выиграть Terra Tech Deluxe издание. Довольно-таки недорогое, конечно, издание, но приятно получить на халяву, и с этим никто никогда не сможет поспорить. 54 человека, разыгрываем первую игру. С первого победят 54. Генерируем 35 и считаем прям сверху 35 человек, то есть две страницы, буквально, вот если посмотреть, две страницы, и вот здесь вот, то есть вот, немножечко остается. Давайте сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать на максиме YouTube. Останавливаемся. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 35 у нас, на Алексее Ивановом остановились. 31, 32, 33, 34, 35. И первый у нас победитель — это Эдуард Эхлаков. Ехлаков, наверное, не Эхлаков. Прошу прощения, если я неправильно буду читать фамилии. Ну, сами понимаете, что не все, как бы, можно прочитать легко. Ну, то есть, все нормально. Я знаю, что этот человек и комментирует часто мои видео, и в группе довольно-таки активный участник. Так что поздравляю тебя. Я сейчас запишу имя, чтобы не забыть. Сейчас, секундочку, пожалуйста. Эхлахов. Так. И давайте вторая игра, то есть, конечно же, опять на него же попадет, конечно же, мы переиграем. И опять число с 1 по 54, генерируем 48, и давайте как раз-таки начнем от Эдуарда Ихлакова. Продолжим. Так, что у нас? 48, 36, 37, 38, 39... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. И Федор Грулев у нас второй победитель. Я поздравляю его. Давайте посмотрим. Ну, все нормально. Он тут даже где-то еще участвует. То есть это нормально. Ух ты, какие классные скрины, я бы даже сказал. Из Star Wars. Разрезанные. Очень симпатично все смотрится. То есть человек интересуется многими вещами, это хорошо. Давайте я его тоже запишу, чтобы не перепутать. Так, отлично. Ну что ж, на этом заканчиваем, потому что такой, ну, маленький, конечно, конкурс, всего лишь и людей мало, и, ну, конечно же, и призов не очень много, но, думаю, все равно приятно на халяву получить игру. И я двум победителям, Эдуарду и Федору, напишу личным сообщением, то есть, когда они появятся, я, как бы, пересылаю им в стиме игру Terra Tech, то есть, ну, когда появляемся, друг другу связываемся. Так что оставайтесь с нами, присоединяйтесь к моей игре, присоединяйтесь к моему каналу, комментируйте, ставьте лайки, потому что чем быстрее и больше будет канал развиваться, и также группа, тем больше всяческих призов. Ну и маленькое такое огромное спасибо подписчику, который, собственно говоря, проспонсировал конкурс. Он решил просто помочь, так сказать, развитию моей группы и каналу. Тем самым вот небольшой суммой, ну, то есть он закинул денежку мне и сказал: вот, давай, приведи конкурс. Я согласился с удовольствием. Так что, если у вас есть желание, я всегда приведу конкурс или что-то еще такое, если вы хотите мне как-то помочь.
С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.